Здравствуйте, с вами интернет-канал Максимадзе, и мы продолжаем проходить Angry Birds Chrome. Короче говоря, сегодня мы будем с вами проходить уникальный эпизод, который называется The Big Shadow. Четвертый эпизод из оригинального Angry Birds, обычного. Короче говоря, сейчас у меня 4,5 часа дня. Солнце там уже садится помаленьку, поэтому и, возможно, через некоторое время хромакей пиксели начнет выдавать из-за того, что освещение начнет пропадать. Но очень надеюсь, что до этого не дойдет. Надо постараться побыстрее пройти этот эпизод. Короче говоря, начинаем. Эпизод очень уникальный, сами узнаете сейчас почему. Погнали. Птиц нет. Яиц тоже нет. А, свиньи зашли слишком далеко, забрали не только яйца, но и птиц еще схватили. Однако Терренс остался на свободе. И сейчас мы будем играть за него. Короче, чем этот эпизод уникален? Эпизод повторяет... Повторяет предыдущие уровни из первых трех эпизодов оригинального Angry Birds. Предыдущий это был первый уровень, самый первый. Это седьмой уровень первого эпизода. Только что был. Свиньи, короче, их. Мы их разрушили, они заново их строят. Это 10-й уровень. Разумеется, здесь тоже есть. Хромовские значки. И расположение некоторых из них я помню. Вроде бы. Так. Но на всякий случай надо будет потом открыть, посмотреть. А то вдруг мы что-то забыли. Но обычно они... Их хорошо видно сразу на уровнях, когда только его запускаешь. О, Хелл. Давайте-ка освободим его. И мы будем еще за него сегодня играть. Так, это у нас уровень 20-й был. И в оригинале. И тут еще было это... Значок был на этом уровне. На оригинальном уровне, в смысле. А это перестройка, получается. Только Хелл и Терренс. Вот этот зеленый и вот этот бордовый. Только за них мы будем играть в этом эпизоде. Больше ни за кого не будем. Такой вот уникальный эпизод. Но, блин, кирпич не упал на этого свина. Какая жалость, а? Ну ладно. Вот что я еще планирую на канале сделать? Я хочу вернуться к игре Red Dead Redemption 2, которую начал в середине прошлого года. Вышла одна серия, и в течение долгого времени продолжение не выходило. Потом вышло. Когда начали просить, я записал еще две серии, а потом забросил игру, сказав о том, что у меня компьютер не сильно производительный для этой игры. Это так и есть, но... Спустя некоторое время игру взломали. Она стала весить нам меньше гигабайт на 40. Или на 50. Ну, там, понятно, пиратская версия же вырезана онлайн. О, значок хрома. Давайте его достанем. Забавно, кстати, что вот... Это второй уровень, второй локации первого эпизода. И здесь в утке золотое яйцо находилось. Ой, не в утке, а в мячике вот в этом. Если сломать мячик, мы получим золотое яйцо. Это в оригинале Angry Birds. А здесь, на вот этом уровне, вот здесь, видите, значок хрома есть. Намеки нам какие-то тут дают.
Потом я, короче, скачал пиратскую версию, капец, как она устанавливалась долго. Это ночью ставила, она утром установилась. Устанавливалась очень долго. Настроил там графику. Леха с канала что-то ворочу помог настроить. Блин, ну что ж такое? Я обязан достать этот логотип и всех свиней убить тоже. И сейчас я сам более-менее могу играть, проходить. Думаю, что если я там чуть-чуть понижу разрешение, будет выглядеть примерно так же, как в первых трех сериях, то мы сможем, то мы сможем целиком пройти игру на канале. GTA 5 мы прошли, теперь пора к Red Dead Redemption 2 переходить. Ну и мне тогда, когда я первый раз ее проходил, точнее, ну, на канале тогда, мне она показалась скучноватой немного. Там миссии долгие были и так далее, надо на конях было скакать. А потом что-то я посмотрел там видео разные, мне что-то понравилось очень даже. Возможно, завтра уже будет четвертая серия. Но игра намного, почти в два раза длиннее, чем GTA 5. Хорошо это или плохо, я не знаю. Да. Как бы до шарика этого добраться. Ну давай, задави, ну ё-моё. Хорошенько спрятали, не достанешь так просто. Во-во-во, давай, да ё-моё. О, минутку и два, что ли? Не-не-не, я должен достать этот знак, я должен достать его. Просто обязан. Просто обязан достать этот значок. Наконец-то. Так, пошли дальше. Я помню, вроде бы, где следующий находится. Сколько их всего в этом эпизоде, я не помню. Но могу вспомнить по ходу игры. Блин, солнце садится уже, надо побыстрее уровень проходить. Да что ж ты, ё-моё, а? Может, освещение, конечно, для хромакей дополнительное надо, но это я как-нибудь в другой раз сделаю потом. Надо еще определить, как правильнее освещение сделать такое, чтобы ночью можно было с комфортом записывать. Но не ночью, по вечерам, когда темно на улице будет. Вот летом будет вообще удобно записывать, потому что там будут длинные дни.
Даже он в три часа утра. Ну или ночи, некоторые даже говорят. Светло становится. У нас в Новосибирске ни разу не помню, чтобы такое было. Но такое точно бывает. Так, это финальный уровень второй локации первого эпизода. Реально похож прям очень на него. Тут абсолютно все уровни повторяют какие-то предыдущие уровни первых трех эпизодов. Но не все, но многие. Да, не очень получилось. Так, это 12-й уровень, по-моему. На 12-й прям сразу же после этого идем. 12-й уровень третьей локации первого эпизода. Вроде бы 12-й. Или 9-й. Нет, 12-й, по-моему. Но не уверен до конца. Но, по-моему, 12-й. О, смотрите-ка, вон еще один логотип. Причем он находится в том же самом абсолютно месте, где находилось золотое яйцо в оригинальном Angry Birds. Абсолютно в том же самом месте, в той же самой каске. Сейчас мы его достанем. В оригинальном Angry Birds под этой же самой каской было золотое яйцо. Не попали. Сейчас достанем. Это несложно сделать. Так, ну и давайте пройдем этот уровень. Не знаю, где находятся следующие логотипы, но они наверняка есть. Это только первая часть эпизода была. Да, вот до... Ой, до этого маленького сложно добраться. О, финальный уровень первой части эпизода The Big Sad Loop. Не помню, какой он был по номеру третьей локации первого эпизода, но я помню, он был. На всех финальных уровнях, какие первой, второй, третьей части этого эпизода, у одного из свиней вот такая вот каска с синим пятачком. Точно такую же носил в мультфильме Angry Birds в кино
усатый свин. Блин, не очень удачно получилось. Это 18 уровень третьей локации. Ну и осталось вон того загасить. И все. Хорошо. Давай загружайся быстрее, бля. Это 20 уровень третьей локации первого эпизода. Так, попадем. Отлично. И мы переходим к уровням из второго эпизода под названием Mighty Hawks. К переделанным уровням. К сожалению, финального уровня первого эпизода не было. А жалко. Хорошо хоть второго. Хорошо хоть у эпизода Mighty Hawks, он тут есть. Извините. Предыдущий уровень был четвертым уровнем из Mighty Hawks первой локации. И там в утке, которая находилась внизу, было золотое яйцо в оригинальном Angry Birds. Именно вот в этом за Big Sad. А вот в Mighty Hawks обычном, в Angry Birds Chrome версии, там был значок Chrome. И мы его там, уже с вами подобрали. Напоминаю еще раз. Уровни Chrome Dimensions, вот эти вот значки, которые мы собрали, мы пройдем в заключении игры. После прохождения всех 11 эпизодов основных. Ладно. Да, вот как с этим свином быть, а? Да блин, дурацкая фигня, которая не дала мне сделать, что я хотел. О, наконец-то. Какой это уровень? Пятый? Пятый уровень второй части. Блин, вот эти... Ненавижу вот эти штучки пластиковые, потому что они мешают. Но это не самое главное. Главное, что мы прошли уровень. Упадет сейчас, упадет. Да, только это не сильно-то помогло нам.
Так, а здесь нет значка? Не, нету. Будем иногда проверять. Мне, блин, назад птицу не поставишь, ну ладно. Ладно, пофигу, главное, что мы уровень прошли. На очки пофигу. Вот Терренс вроде бы сильная птица, хорошо пробивает все, но вроде бы легкий вообще эпизод, но вы не волнуйтесь, дальше там уровни немножко дальше будут уже посложнее. Так. Да блин, не получилось. Не получилось. Ну ладно. Сейчас пробьем. Что-то компьютер скрипит, так как будто телефон пытается связь поймать. Из-за чего, интересно? Неужто мне кто-то позвонить сейчас пытался? Но это вряд ли. Да что ж такое, а? Не получается никак. Может, так попробовать? Прошли это наконец. О, это финальный уровень первой локации второго эпизода. Вот там точно такая же постройка была, вот с такой же расстановкой треугольников вот этих, бля. И здесь был король свиней еще. Но здесь король свиней появляется только в заключительном эпизоде. Как и всегда обычно. Да блин, ну что такое, а? Да, не получилось пробить его. Опять не получилось, да блин, ну как так-то, алё.
Но мы это пройдем, мы это обязательно пройдем. Ну вот, я же говорил, мы это пройдем. Я помню, где находится один из значков Хрома. Он находится на... По-моему, на последнем уровне второй части этого эпизода. Нам уже до него не так много осталось. Не знаю, будут ли еще. Может и будут, а может и нет. Блин, каска защитила его. А, можно было и не запускать эту птицу, ну ладно. Запустили уже, так запустили. О, наконец-то заключительный уровень. И здесь действительно есть логотип. И вот забавный такой момент. Я этот уровень когда проходил, вот здесь, у себя там на ноутбуке, проходил его. Я очень долго пытался пройти этот уровень, а потом после этого я попытался достать значок этот. И с первого же выстрела при попытке поймать значок я сразу же выиграл. Так мы сейчас и сделаем. Значок мы достанем, будет, конечно, очень сложно. О, видите, я выстрелил вот так и все сразу рухнуло. А так обычным способом я полчаса возился с этим уровнем. Да блин, как это пройти, а? Да блин, сломалась деревяшка. Мы это пройдем, мы это обязательно... Мы обязательно достанем этот долбанный значок, блин. Блин, вот этот квадратик прозрачный задерживает. Замедляет сильно нас. Да, так просто туда не долетишь. Здесь законы физики нужны. Эх, загородило, блин. И почти получилось же сейчас. Вообще все рухнет с этого удара.
Да, надо как-то выстрелить так, чтобы Терренс после удара толкнул деревяшки эти дурацкие, бля. Как-то вот так примерно. Только сейчас-то толку не дало. Ну-ка, может, так получится? Ну-ка, давайте попробуем. Не, нифига. Да блин, ну что ж такое, а? Может, вот это сначала надо разрушить? Наконец-то. Достали. Ну и теперь делаем вот этот самый удачный удар. И все, пусть разваливается нафиг. Немножко не так получилось. Но сейчас мы это сделаем. Да, когда пытаешься достать значок, вообще рухнет все быстро. А когда пытаешься пройти уровень, так уже не получается. Но в этот раз получилось. Раз в третий, да? О, вот этот уровень меня больше всего бесит в этом эпизоде. Мне кажется, он самый сложный тут вообще. Долго я мучаюсь с этим уровнем. Но надеюсь, что мы пройдем быстро его. В всяком случае, я постараюсь. Ну вот, в первый раз у нас не получится точно. Блин, эти камни задерживают. Взорвался бы этот динамит, и вообще мы бы сейчас его точно прошли, но нет. О, получилось. Вот и все. А я думал, мы будем полчаса тут возиться. Но нет. Ух, вообще темно уже на улице становится. Надо побыстрее допроходить это все. Ну давай, заканчивайся уровень. Птица шевелится, и поэтому и не дает закончить уровень. Ну и все. А это финальный уровень второго эпизода. И тут находится значок. Я, кстати, я честно говоря, даже забыл, что он тут есть. Ну ладно, раз уж он тут есть, то давайте достанем его. Да, конечно, не с первого раза. Но со второго зато.
Это последний уровень второго эпизода. Тот самый замок, на котором король свиней еще был. Но здесь его нет. Эх, не получилось. Да ну блин, ну что так? Блин, сколько мы проходить его еще будем, а? Ну капец какой-то, ну что такое, а? Терен с легкостью пробивает дерево, а вот с камнями ему уже трудно, очень тяжело справиться. Стекло с легкостью пробивает. Или это лед? Никто не говорит нам, стекло или это лед. О! Ну вот сейчас мы, если сможем его пробить, то выиграем, да? Ух, 40 минут уже записываем. Начинается третий эпизод Danger Bow. Первый эпизод не сказал вам нифига, называется Почет X. Да какого ж хрена? Да что такое, а? Давай, бомбани. Пожалуйста, бомбани. Ух, темно уже. Хромакей лагать. Хромакей уже, наверное, пиксели показывать будет. Но надеюсь, что не будет.
Если вы пиксели видите, то и извините. Сейчас январь, конец января, ночь очень быстро наступает. Да блин, ну что ж такое, а? Сложные уровни пошли, как вы видите. Да, до маленького свина нам не добраться. Да ну господи, ну блин, ну как же так, а? Вечно один кто-то остается. Это у нас каждую серию так происходит. О, отлично. О, наконец-то. Обожаю ночной город. Вторая локация третьего эпизода. И это, кстати, первый уровень из второй локации. Это финальная локация в эпизоде The Big Setup. Локации с белой какой-то пустыни, к сожалению, здесь нет. Не хватило уровней на нее. Да блин, как же ты камни... с трудом пробиваешь. Какой это уровень, кстати, восьмой? Осталось уже немного.
Совсем. Ну же, ну. Заканчивайся уровень. Фух, я уж думал, она зависла. Я, наверное, эту локацию, ночной город, поставлю прямо на этот, на превью. Во-первых, она мне очень нравится, а во-вторых, когда вот этот эпизод The Big Sad вышел в Angry Birds Chrome, там задний фон в главном меню был таким же. Такой был фон с ночным городом. Ну и на иконке эпизода он такой же. Отлично, отлично. Фу. Не раздавило, блин. Ну да. Я так и знал, что мы не сможем их сейчас задавить. Так, вот на этом уровне, в оригинальном эпизоде с ночным городом Danger Above, был значок Chrome. Мы его уже доставали с вами. Это была четвертая серия прохождения нашего. Да ну блин, ну давай же, давай. Минутку, ничего не понял. Почему я оказался на этом уровне-то? На предыдущем. Я что, нажал кнопку рестартануть? Или это глюк, как в Seasons Greetings был? На третьем уровне я нажал кнопку
на следующий уровень перейти и попал в главное меню. Осталось всего два уровня. Но если может птица сдохнет, да, он сдох. Остался последний уровень. Здесь был этот значок, это золотое яйцо было вот в этом месте в оригинальном Angry Birds. Вот этот уровень нелегкий, достаточно сложный. С первого раза мы его, естественно, не пройдем, но были уровни и сложнее этого. Твою ж мать. Да какого черта, а? Да блин. Мне кажется, Терренсом надо вот этих нижних всех перебить. Затем Эллом уже верхних этих раздавить всех. Но походу не получится это сделать так просто. Ну тут и никаким способом я бы туда попасть не смог. Да блин. И опять один остался. Ну, почему они все одни остаются? Почему кто-то один остается все время, а? А, у меня же еще птица есть. Я думал, у меня один остался только. Ну и все, сейчас мы этого загасим и все. Ну блин.
Блин, надо было в него прям стрелять, а не в дерево. Всего один выстрел отделял меня от победы. Блин. Ну, тут никаких шансов попасть нету у меня сейчас. Так, вот сейчас попасть бы вот в этого и... Да блин! Опять не туда. Да блин, ну... Вечно то мимо, блин. Так, сейчас я должен попасть туда. О, есть! Ух, наконец-то, блин. Так, отлично, отлично. Ну что ж, на этом мы закончим тогда с вами. В следующей серии мы будем проходить эпизод High M High. После него Moon Festival и Three Court Read. Потом Chrome Dimensions. Финальный эпизод у нас будет, можно сказать. Ну а на этом все. С вас лайкос, подписывайтесь, с меня эпичный видос. Подписывайтесь на мой второй канал и на группу ВКонтакте. Всем пока!